300 компаний, сотни гостей на поле под открытым небом. В летний жаркий день для всех спасения прохладительные напитки. Лимонады, чаи, квас, энергетики и содовая. Все это продукция барнаульского пивоваренного завода. Всегда участвуем, поддерживаем эти замечательные инициативы нашего региона, потому как мы все-таки считаемся сельскохозяйственным регионом, да, производим большой объем зерна. И, кстати, наше предприятие это также является сельхозпереработчиком. Мы закупаем ячмень и на собственной солодовне производим солод из него. Ну и дальше уже процесс вы знаете. История барнаульского пивоваренного завода насчитывает более полувека. За это время у предприятия сформировались свои традиции, секреты по созданию вкусных напитков. Продукцию высоко оценили даже первые лица: губернатор Алтайского края Виктор Томенко, замминистр сельского хозяйства России Андрей Разин и сибирский полпред Анатолий Серышев. Представлена наша продукция от Калининграда до Камчатки, практически во всех регионах. Активно развиваем экспорт в ближнее зарубежье: Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, с Китаем взаимодействуем. Ну, то есть стараемся наполнять рынок нашей продукции. Гордимся нашим предприятием. Ну и самое главное, стараемся выдавливать продукцию транснациональных компаний нашей достойной, качественной алтайской продукции. Пивоваренный завод ежегодно производит около 12 миллионов декалитров пива и больше 5 миллионов декалитров безалкогольной продукции. Для своих напитков компания добывает чистейшую артезианскую воду, а над их качеством работает огромный коллектив – порядка 1500 человек.